Приветствую всех на канале Есть Поесть, и сегодня предлагаю рецепт оригинального и вкусного слоеного салатика. Особенно он понравится любителям сочетания цитрусовых с несладкими ингредиентами. Я использую грейпфрут без сильной горчинки, но также подойдут апельсины или мандарины. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Итак, кусочек ветчины режу мелкими кубиками. Вместо нее можно взять любое копченое мясо или куриную грудку. Как копченую, так и вареную. Также мелкими кубиками режу свежий огурец. Далее беру перепелиные яйца, они у меня уже готовые, вареные, в маринаде. И режу их как обычно, немного оставлю для украшения. Конечно же, их можно заменить обычными куриными. Сыр тру на мелкой терке и начинаю собирать салат. Ставлю кольцо диаметром 16-17 сантиметров. Выкладываю ветчину ровным слоем, наношу немного майонеза и распределяю. Далее вареные яйца и опять майонез. Отмечу, что майонез я делаю сама, без яиц. Ссылку на рецепт вы сейчас видите в правом верхнем углу экрана. Далее огурцы, майонез. Затем кукуруза, с которой нужно предварительно слить всю жидкость. Немного майонеза. И последний слой – это тертый сыр. Приглаживаю майонезом и убираю салат в холодильник примерно на 1 час. После этого выкладываю по кругу половинки перепелиных яиц. Небольшой грейпфрут очищаю от кожицы и перепонок. И в произвольном порядке рву дольки небольшими кусочками. Укладываю эти кусочки сверху салата и еще немного украшу веточками укропа. Все, вкусный, сочный, необычный салат готов, можно подавать. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале также и другие рецепты. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.